Всем привет, это Портовик, и сегодня вашему вниманию предлагаем необычный коммуникатор под названием T-Com TC600. Необычен он тем, что устройство представляет собой такой микс из известных уже QTEC S200 и HTC P3400, собранных на базе платформы HTC Profit. Как видите, от предка из QTEC, вот он, наш девайс унаследовал свой корпус, но, правда, отсек карты памяти переместился на левую боковую поверхность, а кнопка спуска затвора камеры теперь находится во власти левой руки, ну что не очень удобно. Сам корпус, надо сказать, особого доверия не внушает. Он выполнен из довольно дешевого пластика и при пользовании немного поскрипывает. В принципе, ничего удивительного, аппарат является представителем бюджетной категории коммуникаторов. На передней панели можем наблюдать QVGA дисплей в 2,8 дюйма, который поддерживает до 65 тысяч цветов. Матрица здесь не самого лучшего качества, при поворотах цвета сильно искажаются, особенно если смотреть сверху. Кстати, отдельную клавишу включения и выключения аппарата вы нигде не найдете, просто потому что ее нет. Все происходит путем зажатия кнопки сброса звонка, ну, то есть как на обычном мобильном телефоне. Что же касается блока управления, он довольно компактен, состоит из многопозиционного джойстика в окружении кнопок принятия и сброса вызова. Здесь же мы наблюдаем программные клавиши, меню пуск и ОК и еще две софт-клавиши сверху. Отсек для карт Mini SD расположен на левом торце и прикрыт резиновой заглушкой. Рядом находятся две кнопки для управления громкостью. На нижнем торце можем увидеть мини-USB разъем для синхронизации с компьютером, кнопку ресет и микрофон. Посредством USB в этом коммуникаторе подключается и гарнитура. Кстати, стилус расположен тоже снизу, что создает некоторые проблемы при открытии и закрытии задней крышки. Сама задняя поверхность, как обычно, приютила на себе объектив без вспышки и автофокуса, зато с тремя режимами съемки. Из полезных свойств коммуникатора стоит отметить наличие Bluetooth версии 2.0. Процессор в TC600 обладает тактовой частотой 200 МГц, и назвать его быстродейственным язык никак не повернется. Управляется машина операционной системой Windows Mobile версии 5.0, что тоже, мягко скажем, не очень хорошо. Не вызовет особого восторга и наличие здесь всего 64 МБ оперативной памяти. Хотя стоит учитывать сегмент бюджетных аппаратов, в котором находится коммуникатор. Напоследок хотим сказать, что ждать чего-то выдающегося от TC600 не стоит. Производители явно экономили на всем, чем можно, чтобы добиться главного. Произвести на свет недорогой коммуникатор начального уровня, у которого будет минимум необходимых на сегодняшний день функций. Главным же его достоинством можно смело считать ценник. Стоит устройство в пределах 10 тысяч рублей.